Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня у нас распаковочка вот такой огромной посылочки ивановского трикотажа от компании Василек. Ух, я обожаю Василек, мне уже не терпится. В этом заказе у меня много постельного белья. Будем вместе с вами открывать и смотреть, что да как. Есть и одежда. Смотрите, как все упаковано. Там еще дальше мешочек. Чтобы добраться до комплектиков, нужно постараться. Посылка пришла в этот раз мне очень быстро. Шла буквально дня 3. Так, первое, что попалось, это у нас костюм. Я, девчонки, уже не помню, что заказывала, если честно. Сейчас откроем, посмотрим. Все примерим, все вам покажу. Это костюм домашний. Да, вот он классный. Посмотрите, какая прелесть. Причем здесь такой как бы подмех хвостик. Это домашний костюм. Я брала размер 56. Девчонки, в Васильке берем одежду по размерной сетке. Плюс я прибавляю лично один размер, потому что я люблю оверсайз. Не люблю, когда в обтяг. Это, во-первых. Во-вторых, хлопок дает усадку при стирке. Я себе беру даже на два размера больше. Но вы смотрите, как вам больше нравится. Да? Я люблю, когда свободно все. И мне нравится именно такой стиль. Вот такая вот футболочка классного такого морковного нежного цвета. И такие же штанишки с резиночкой внизу. Все померю, все вам покажу. Классно. Качество супер. И пошив. К швам никаких претензий никогда у меня в Васильке вообще не было. Так, следующее, это туника. Я заказывала тоже 56 размер. Такая темная, красивая туника. Я вам буду делать сбоку вставочки, как одежда выглядит на сайте. И потом вам покажу накладную. Классный здесь такой вот, как лейбл, не лейбл на тунике. Мне понравился именно она из-за этого. Смотрите. И рукавчики тоже очень интересно сделаны. Оба рукава. И вот такая вот она к низу зауженная. Ну, фасон. Фасон очень удачный. Мне кажется, будет смотреться круто. Так, это тоже... А, 56-58 я даже взяла. И внизу, смотрите, еще такой лейбл. Вот он. Классный. Она получается сзади у нас длиннее. Да, нет. Да, чуть-чуть длиннее, чем спереди. Вот эта штучка прикольная. В общем, все померим, все посмотрим. Так, следующее, что было в моем заказе, это полотенце. Полотенце, по-моему, Узбекистан. Я взяла первый раз на пробу. Знаю, многие девчонки хвалят. Так, полотенце, да, Узбекистан. И стоит копейки, а размер огромный. Это у нас Азербайджан, а не Узбекистан, девчонки. Размер 70 на 140, 100% хлопок. Цена вообще... Вот такое вот огромное полотенце, в которое можно и замотаться, и как для головы оно пойдет. Цвет мне вот этот понравился. Решила потихоньку освежать свои полотенчики. Вот такой здесь вот узор. По плотности оно достаточно толстое, мягкое, прям мягкое-мягкое. Посмотрим, как поведет себя после стирки, но я ни одного плохого отзыва на эти полотенчики, по крайней мере, точно не слышала. Следующее, что было у меня в заказе, это простыня на резинке, трикотажная простыня на резинке. Я взяла ее племяннице под комплект белья, размер 180, 200 на 20. Сейчас мы с вами откроем и посмотрим, потому что ее я стелить не буду. Свое постельное белье, у меня здесь еще постельное белье для дочери, я вам все покажу. А что радует, девчонки, в Васильке можно комплект себе собрать отдельно. И очень-очень бюджетно. То есть взять отдельно, если вам нужно просто на резинке. Отдельно под одеяльник такой же расцветки. С таким же принтом. Все реально подобрать. Вот простынь. Смотрите, это трикотаж, это действительно трикотаж, довольно мягкий. Мне кажется, спать на таком будет приятно. По составу сейчас посмотрим, что тут у нас. 100% хлопок здесь написано. Поехали дальше. Вот как раз начинаются комплекты. Этот комплект я взяла для дочери с мишками, вот такой вот красивый. Это тоже 100% хлопок, бязь полутораспальный. Здесь у нас в комплекте пододеяльник, простыня и наволочка. Я люблю, девчонки, больше бязь, хотя там были прекрасные цены и на поплин. Сатин я вообще терпеть не могу. Не люблю, когда постельное белье скользит. Я вот люблю бязь. Люблю, когда постельное белье грубое и просто под тобой не собирается, не сминается, и ты по ней не скользишь. Тем более сейчас лето.
Так, значит, вот такой вот комплектик. Я не стала собирать его отдельно. Я решила, пусть у меня будут две простыни в запасе, пригодятся. И взяла к нему отдельно такую же простынь на резинке. Вот. Это у нас размер 90 на 200 на 20. Получается, она полтораспальная тоже. Простыня бязевая, на резинке сливочный мишка. Вот, в общем, в комплектику. Сейчас все застелю, вам покажу. И свой комплект. У меня что-то все бежевые, какие-то такие оттенки неяркие. Я решила взять вот такой. Бирюзовый красивый оттенок. Это тоже бязь, плотностью, по-моему, 125. Здесь пододеяльник, простыня и две наволочки 70 на 70 в этом комплекте. Красивый. Сделано в России, производитель. Все сзади, как ухаживать правильно за бельем. И к этому комплекту я не нашла точь-точь такую же наволочку, вот именно этой расцветки. Это же модель в других расцветках, наволочки были, а мою, наверное, разобрали. Но выбор большой, и я взяла вот такую трикотажную простынь, тоже как и коричневая, да. Только размер другой, 180 на 200 на 20. Мятный цвет получается это, да. Ну, практически бирюза, да, мятный цвет, вот такая вот простынь. Вот, девчонки, в принципе, все. Сейчас все буду мерить, застилать и вам показывать. Смотрите, какая красота. У нас не полутораспальная кровать, у нас детская, но вот такая вот длинная, раздвинутая. То есть у меня одеяло полуторное, оно здесь пополам получается. Мне понравилось то, что в наволочках достаточно глубокий запах. Вот это вообще здорово, особенно в детских наволочках. Он прям практически там до середины доходит, это классно. Простынь, все одели, красота вообще неимоверная. Ну, поваляешься на новой кроватке? Да. Ну, давай. Нравится? Да. Красота. Приятно. Приятно? Да. Ну, супер. Вообще, очень красивый комплект, такой прям девчачий, потрясающий. Вот так выглядит простынь. У нас диван. И прекрасно просто трикотажная простынь на диван подошла. Просто замечательно. Он у нас размера евро. Люблю трикотажные простыни на резинке. Надел и просто красота. Гладь, ни одной складочки. Прям вот обожаю. Вот так вот красиво она смотрится. Вот такой безумно красивый комплектик. Вот от него простынь. Но у меня сейчас будет пока трикотажная. Это мне не понадобится. Шикарно смотрится вообще. Такой, знаете, освежающий летний мятный вариант. И я забыла вам сказать, я взяла на молнии этот комплект. То есть можно взять на молнии, можно взять без. Вот здесь такая молния. И на подушках тоже молния. Сейчас покажу. Так, где ты? Без молнии комплект выходит, по-моему, 1100 с чем-то, а с молнией вот 1300, на 200 рублей дороже получается, да? Ну, с молниями гораздо удобней, я считаю. Вот, так что я довольна. Прям, знаете, так освежает комнату, такой оттеночек красивый. Мятный. Очень красивый. Класс? Да, клёво. Нравится? Угу. Я бы здесь бы спала бы. Нет, у тебя есть с мишками. Да. Вот так, девчонки, выглядит тоничка. Интересный такой фасон. То есть она здесь в обтяг внизу, да? Вот. А вверху немножко посвободнее. То есть можно вот так присборить вот так пониже немножко, да? Здесь у нас карманчики, и она выглядит очень стильненько, мне кажется. Вот эти полосочки прям гармонично смотрятся. Вот эта штука. Здорово. Вот такая туничка. Сейчас поближе еще покажу вам. Вот, девчонки, поближе. Красивый вырез. Вот эти карманчики. И на животике вот так можно присборить. Особенно у кого есть животик, да. Получается, вот эта часть нижняя у нас в обтяг. А вот здесь немножечко сделать такую сборочку. И карманчики. Очень красивая. Она довольно плотная ткань. То есть даже вот на прохладную, на такую погоду. Туника, я прям очень довольна. Я очень люблю такие вещи, такого кроя. Рукавчик у нас получается такой, как полулетучая мышь, да, он отсюда начинается. Смотрится тоже красиво. Вот так. Домашний костюм, девчонки, просто прелесть, прелестная. Я не могу нарадоваться. Свободная очень кофточка. Хорошо. Но домашние костюмы всегда, конечно, надо брать побольше. Вот этот вот зайчик, это вообще просто прелесть. И футболка достаточно длинная. Прям красота. Мне так нравится этот цвет. Мне кажется, он мне идет, да? Напишите в комментариях.
Ну и вот целиком. Брючки, длинная футболочка, такая свободная. Брюки в обтягах. Внизу с резиночкой. Резиночку, как вам показать? В общем, вот с резиночкой. Ну, классный костюмчик, мне очень нравится. Прям такой тоже освежающий, он очень легкий. Легкий летний такой прям. Вообще красота. Девчонки, вот полотенце. Бирочка Азербайджан, 70 на 40, 100% хлопок. Оно очень мягкое, прям мягкое, невозможно. С вот таким принтом, вот так оно цельно выглядит. И вот смотрите, какая толщина, да, чтобы вы понимали. Толщина достаточно толстая. За 300 рублей. Так, нитка, уйди. Это очень классное полотенце. Сейчас размер полностью вам разложу, покажу. Вот какой большой. Вот накладная. Смотрите, полотенце 317 рублей. Такое огромное. В магазине за такую цену точно не найдешь. Постельное белье мое 1340, да? А постельное белье детское 700 рублей. Вообще сказочно. Простыня детская на резинке 325, полутораспальная. Так, пижамка моя 635. Простыня на резинке 579 моя. А, нет, шоколадная. И такая же цена за цвет мятный отдельно. Вот, всего у меня она 5310 вышел заказ. Туника 836. Ну, туника такая плотная, классная. Она дешево тоже для такого качества. Ну вот и все, мои хорошие. Вот такой заказик на этот раз у меня был в Васильке. Надеюсь, что вам понравилось. Если это так, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Пишите, что вы любите покупать в Васильке. Нравятся ли вам комплекты постельного белья оттуда, потому что я брала впервые. Я безумно довольна. Это именно то качество, та плотность вязи, которую я люблю в постельном. Прям вот обожаю. А я с вами прощаюсь до следующих видео. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.